Это ж те собиратели из света пустоши. Что-то происходит. Ты правда думаешь, что справишься? Да ладно тебе, Керу, ты меня знаешь. Провалиться мне на месте, если это не спасительница Меридиана и моего дела. Лорен, поздоровайся. Привет, рад встрече. Знаешь, если бы не она, меня, скорее всего, сейчас бы здесь не было. То, что ты Тенакт сотворили на посольстве, ужасно. И все в свете пустоши благодарны за их изгнание. Значит, это твои собиратели? Лучшего места для торговли деталями машин на Западе нет. А скоро мы сможем продавать кое-что еще. Слишком долго Запад был, ну, запретным, опасным. Но что, если мы сможем сделать броню столь крепкую и надежную, что тебе больше не придется волноваться о выживании? Было бы интересно на нее взглянуть. Ну, еще бы! Поэтому я и попросил своих самых талантливых собирателей найти все для ее создания, а затем показать результат мне. Лучшая броня пойдет на продажу охотникам. Вроде тебя. Повезло мне. А теперь прошу прощения. У меня есть неотложные дела в Скрежете горы. О тебе пока позаботится Лорент. Не терпится узнать, что у тебя выйдет, мой мальчик. Я не подведу. Вот увидишь, все просто обалдеют. Ты должна мне помочь. О чем ты говоришь? Броня. Я сделал дюжину, но все недостаточно хороши. А дальше на Западе есть и другие. Если они сделают броню лучше моей, можно будет попрощаться с призом. Тебя ждет награда, если Керов выберет твою? Еще какая. И у меня есть идеальный вариант. Мне нужны лишь детали. И быстро. Так, может, ты согласишься взять контракт и принести их мне? Что мне нужно найти? Ящики с карабов. Их обшивка может выдержать большой урон, то, что надо для брони. Я уверен. Пожалуй, я смогу помочь. Слава кузне! Так, стадо здесь неподалеку. Вот контракт, в нем есть все, что тебе нужно знать. Ты разбираешься с машинами, а мои люди подбирают ящики. Я изучу его позднее. Спасибо. Я рассчитываю на тебя. Прежде чем идти на охоту. Застава. С загонами. Может, там Регал держит свои машины? Надо придумать, как туда попасть. Стоит просканировать тут все и поискать следы. Если отмечу их в визоре, то смогу отследить мятежников или машины. То дерево еле держится. Толкнуть его получится мост. Можно попробовать электрическими.
Что за шум? Надо проверить. А, старое дерево наконец рухнуло. Надо избавиться от врагов. Давай аккуратно. Thank you.
Я так вот и знал. Так! Покончим с ними! Я не сдамся. Хочешь заставить меня потрудиться, да? Со своими делами. Делись. Надо заглянуть в пещеру.
Подъемный мост. Можно перебраться. Это половина моста. Но как мне опустить другую? Похоже, там, где веревки держат мост, есть слабые места. Вот так. Мост опущен. Машины провалились в туннель, который продолжал рушиться и гнал их вперед. Могла ли взрывчатка Ульванда устроить этот обвал? Вернусь в скрежет горы, расскажу Джаваду. Туннель заблокирован. Нет, тут я не пройду. Становится прохладно. И как выбраться назад? Thank you.
носильщику это пригодится. Три месяца. Почти четыре. Просто раз. На работу, как обычно. Пинту фирменного. Итак, ты вернулась с запада. Что нашла? Мятежники Танакт держали стаю сикачей в загоне по ту сторону гор. Взрывчатка Ульвунда устроила обвал, и они провалились в туннеле. По ним они добрались до шахты, а из нее попали в преграду. Верно. Сикачей держали мятежники, но стаю сюда привел именно Ульвунд. О, лучезарное солнце! И все это время он обвинял во всем нас! Приведите Ульвунда и Петру. Вызвали, словно девку из таверны. Надеюсь, ты уже готов подписать? Что? Зачем она здесь? Я тоже здесь живу, болван. Так, к чему это все? Благодаря спасительнице солнце пролило свет на вторжение сикачей. Мятежники Танакт держали машины в загонах по ту сторону гор. Произошел обвал. Они провалились в подземные туннели, по которым и вышли к востоку, в преграду. Так это была случайность. Но нельзя забывать, что это Карха. Я не закончил. Обвал произошел из-за несанкционированных взрывов, которые ты устроил в южной шахте, Ульвунд. Это ты в ответе за бесчинство машин, гибель рабочих и все разрушения, причиненные сикачами. За все! Мой дорогой наместник, твое драгоценное солнце спалило тебе мозги? Я бы не отдал такого приказа, не посоветовавшись с тобой. Улики говорят о другом. Элой нашла в шахте грузовой манифест. Ты нарушил законы Дома Солнца, Ульвунд. Все ради нескольких осколков. Жадность губит. И ты едва не утопил своих шахтеров. Да еще и отправил этого своего громилу, чтобы отгонять беженцев от обломков. Я требую официального расследования. Я не стану покорной жертвой заговора Карха. Конечно. Мы тщательно рассмотрим все случаи. Сикачи, шахта, беженцы. Абсолютно все сделки, которые ты заключал. В этом нет необходимости, правда? Что, если я просто вернусь в жилу? Это позволит сократить расходы короны. Конечно. Я отправлюсь, как только выполню взятые на себя обязательства. Закончу дела. В конце концов, благополучие Скрежета горы в такое время... Нет, отправляйся сейчас. Скрежет горы будет в порядке.
Думаешь, она сможет управлять этой выжженной помойкой? Ха! Флаг тебе в руки. Убирайся! Бу! Тебе здесь не место! Вот тебе! Отвалите! Грязь идет тебе, Ульвунд. Словно солнце, что отгоняет тень. Спасибо тебе, Элой. Он заслужил. Вот. Прими в знак моей благодарности. Ты оказала Дому Солнца и моему рассудку большую услугу. А теперь нам нужно кое-что обсудить. Видимо, да. Меня ждет не самая приятная работа, но я справлюсь. Спасибо, Огневолосая. Отлично. Петра наведет порядок в скрежете горы. Знаешь, что нам нужно? Хорошенько разведать долину. Что ты такое несешь? У нас и так есть карта. Если считать несколько загогулин на клочке. Сколько здесь древних обломков. Большое было сражение. Предтечи пожертвовали всем, чтобы замедлить рой Фарла. Дать время новому рассвету. Эти ноги явно предназначены для прыжков. И пинков, конечно же. Все еще получает сигнал. Длина шеи. Если перехвачу его, получу информацию об этой области. Вроде спутниковая тарелка. И если залезу на нее, потом смогу забраться на длинношею. Если я расслаблюсь, то машина может меня спикировать. Должен быть способ туда залезть. Наверное, это песня долины. Дом разведенный на спутниковых тарелках.
Если подумать, как снова получить эту штуку. Возможно, удастся ее повернуть и найти путь наверх. Ячейка, отсоединённая от основной сети. С её помощью я смогу все это включить. Осталось подключить ее к генератору, питающему тарелку. Проклятие!
ячейка поможет его включить. Теперь я доберусь до длинношея. Осталось найти нужную точку. Похоже, на длинношея придется спланировать. Главное подгадать момент. Вот так! Пора перехватить здоровяка. Передаю другим машинам данные. И теперь они у меня.